занимаюсь выборами, как руководитель партийный, вот такой явки в Лангороде не было. Это в первую очередь заслуга наших участковых комиссий. Мероприятие в нашем городе состоялось. Я сегодня хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе, потому что действительно семидневный марафон, который проходил по всей стране, он забрал очень много энергии, очень много сил, организационных мероприятий, тем более, что эти события происходили в период определенных ограничений в связи с коронавирусом, и комиссии, безусловно, работали в полувоенных условиях, и тем не менее, с той задачей, которая им ставилась по организации явки и вовлечению в голосование максимального количества жителей, я считаю, что эта задача выполнена. Ну, результат, он какой есть, такой есть. Есть сторонники поправок, есть противники поправок. Я думаю, что каждый для себя сделал определенный выбор. И считаю, что те, кто поддержали поправки в Конституцию, они, безусловно, смотрят в будущее, смотрят, нацелены на поддержку развития нашей страны. И я уверен, что те, на мой взгляд, очень важные поправки, которые предложил президент, разработала рабочая группа, усовершенствовала их, я думаю, что они позволят нашему государству, ну и, конечно, в частности, нашему городу, получить дополнительный импульс для развития.